Доказывают не словом, а делом. Активисты движения «Мусора больше нет» не только убрали от мусора муниципальную территорию рядом с ней, материнство и детство, но и высадили на месте бывшей свалки цветы. Работа заняла 2 дня. Стоит такая клумба порядка 15 тысяч рублей. Воплотить идею активистов в жизнь помогло городское управление благоустройства. Для устройства этой клумбы было завезено порядка 8 кубических метров трофяного субстрата и высажено 400 штук петунии мелкоцветковой. Выбрали мелкоцветковую, потому что она где-то недель через 2, через 3 образует здесь ярко-красный такой стелящийся ковер. В субботу одни ребята сажали цветы, другие продолжали уборку берега. Постоянных активистов у движения порядка 15 человек, но почти каждый раз к акциям присоединяются новички. Эмиль услышал про уборку от друга, решил присоединиться и не пожалел. Узнал, что существует такая акция, которая помогает избавить город от мусора, вот, и решил как бы тоже поучаствовать, поинтересоваться, что да как, мне нравится. За 2 дня уборки сравнительно небольшой территории ребята собрали более 50 мешков мусора. Стекло, пластик, металл – такова благодарность отдыхающих в природе. Мы, конечно, прибрали территорию вокруг, собственно, вот этой вот бывшей ямы, прошлись вдоль речки, теперь здесь совсем чисто. Надеемся, что горожане смогут сохранить эту чистоту и впредь, и на годы. Над клумбой появился еще и баннер, призывающий беречь природу и поддерживать чистоту. Теперь остается уповать на сознательность отдыхающих и только им выбирать, как жить, так или так. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.